представителю Нигерии. Большое спасибо, господин председатель. Год назад Совет Безопасности единодушно принял резолюцию 2166. Резолюция призывает к проведению расследования крушения малайзийского Боинга MH17 согласно руководящим принципам международной гражданской авиации. Самое главное, резолюция призывает обеспечить ответственность, транспарентность и правосудие в интересах жертв. Именно поэтому Нигерия проголосовала за проект резолюции, который только что рассмотрел Совет. Резолюция при ее принятии дала бы зеленый свет для создания Международного уголовного трибунала для того, чтобы рассматривать крушение самолета в качестве причины для судебного преследования. Создание трибунала не только обеспечило бы правосудие в интересах жертв и их близких, это также послало бы решительный сигнал о том, что международное сообщество не будет мириться с какими-либо действиями, угрожающими безопасности международной гражданской авиации. Мы сожалеем, что данный проект резолюции не был принят. Действительно, это вновь выводит на первый план необходимость того, чтобы Совет Безопасности содействовал практике выработки единой позиции по вопросам, где требуется руководство Совета в стремлении к международному миру и безопасности. Спасибо.